Здорово, это Шамшурин. Это очень короткое видео. Оно такое же маленькое, как яички многих из тех, кто смотрит этот канал. На самом деле, страха знакомства и страха подхода к женщине, его, конечно же, не существует, потому что ты постоянно находишься физически в непосредственной близости от красивых девушек. Это может быть метро, и ты стоишь в полуметре от нее. Это может быть какая-то очередь в магазине. Может быть, она даже сама подходит к тебе в качестве хостеса в каком-то там дорогом ресторане. Конечно же, ты боишься не самого факта оказаться рядом с женщиной, ты боишься быть непринятым, ты боишься быть отвергнутым, ты боишься, что тебе скажут нет, что тебя не оценят и не примут. Вот это для тебя самое страшное. И яички многих из тех, кто смотрит этот канал, настолько маленькие, мягкие, настолько некрепкие, пенопластовые, в конце концов, что страх быть отвергнутым женщиной, страх того, что тебя просто не примет какая-то непонятная еще пока что женщина, возможно, не самая лучшая, он настолько сильный, что он тебя просто буквально парализует, понимаешь? И самая большая и главная истина заключается вот в чем, что вы совершенно забываете одну самую важную истину. Самое страшное, что могло произойти в плане общения тебя с женщинами, оно уже произошло. Оно уже случилось. Самое страшное — это то, что ты взрослый, здоровый мужчина, неважно, сколько бы тебе лет ни было. Но ты один. У тебя даже не закрыта потребность в сексе элементарно. У кого-то секс случается раз в полгода или раз в год, и то по праздникам. А помимо этого есть еще другие потребности в общении, в понимании, в семье и так далее и тому подобное. И самое страшное, что ты, здоровый мужчина, половозрелый, находишься один. Не то, что у тебя нет выбора, у тебя даже не с кем заняться сексом. Это уже произошло, дорогой мой. Поэтому страшнее этого, на мой взгляд, именно в контексте общения с женщинами, ничего быть не может. Ты уже можешь расслабиться. Все самое страшное, оно случилось. Если ты хочешь решить этот вопрос для себя, а не продолжать смотреть и течь слюной, и завидовать каким-то там мужчинам, которые идут с девушками, ссылка здесь под этим видео. Остались всего сутки, меньше суток, один день. И 25 числа вечером я проведу тренинг «Волшебная таблетка от страха знакомства», а также ты получишь бонусом тренинг, который называется «Женские проверки и манипуляции». Решить проблему ты можешь здесь, по этой ссылке, под этим видео. Так что не бойся, все самое страшное уже с тобой произошло.